настоящее время практически в каждой квартире установлен Wi-Fi роутер. Это сложное электронное устройство, которое периодически может давать сбои. Внешне это проявляется как пропадание интернета. В случае так называемого зависания роутера достаточно будет его перезагрузки. Перезагрузка роутера выполняется следующим способом. Роутер отключается от сети электропитания 220 вольт путем нажатия специальной кнопки на роутере, либо путем отключения блока питания из розетки. После выключения роутера достаточно подождать 10-15 секунд, затем включить его. Роутер загружается порядка 1-2 минут. По прошествии этого времени можно проверять работоспособность интернета.